Всем привет! Сегодня я записываю достаточно нестандартное для себя видео в прогулочном, а не постановочном формате, где я хотел бы рассказать о своих грядущих творческих планах. Но прежде всего хотелось бы в очередной раз получить от вас обратную связь о моем недавно изданном, единственно изданном романе «Дорога верности». Я понимаю, что роман большой, что не все еще его прочли, но все-таки обязательно оставляйте ваши комментарии на сайтах Озон и Читай город под этим видео и под этим постом. Почему я так акцентирую на это внимание? Дело в том, что многие знают, что я и вторую часть собрался издавать. И вторая часть этой книги написана, осталось подправить всего лишь парочку штрихов. Правда, это будет не скоро. Зато совсем скоро, в конце июня, где-то начале июля, я собираюсь издать повесть. Большую повесть, это скорее, скорее повесть, чем роман. Но она будет совершенно другого формата, о современной жизни, о простом современном человеке, написанная, так сказать, на злобу дня, где я, можно сказать, выложил всего себя вот таким, какой я есть. Можно сказать, что в некотором роде я там выложил свою философию жизни. Ну, по крайней мере, по поводу каких-то определенных жизненных аспектов, уж точно. Вот, что же касается моего музыкального видеоблога. Многие меня спрашивают, а как же он? Но вы не переживайте, в любом случае к моему видеоблогу об истории музыки я когда-нибудь вернусь. Просто сейчас некоторые жизненные реалии не совсем позволяют мне заниматься абсолютно всем творчеством, каким только можно. Я сейчас акцентировал внимание на литературном творчестве, как вы поняли, но к музыкальному видеоблогу обязательно вернусь. Итак, всем до встречи, всем пока!